Китайский профессор разработал систему для распознавания скучающих студентов. Эта технология определяет эмоции студентов и степень их заинтересованности в занятиях. Программа использует изображения с камер, которые записывают учащихся, для анализа их эмоций. Для каждого студента система создает соответствующую диаграмму. Ну и таким образом преподавателю легче узнать, в какой момент студенту на уроке становится интересно, а в какой скучно и насколько хорош ваш метод преподавания. Кроме того, система также позволяет узнать, насколько активны студенты в учебном процессе. Систему свой профессор использует вот уже 5 лет на своих собственных занятиях. Он уверен, что она может быть полезна для исследований в области образования.